Город Алматы – это самый большой мегаполис нашей страны. Здесь представлено 17 конфессий из 18 конфессий в стране. Религиозная ситуация у нас в городе Алматы стабильная. Кроме культовых сооружений Дунку, у нас очень много православных церквей. У нас католические церкви, у нас протестантские и баптистские церкви. То есть, получается, самое большое количество церквей у нас представлено в нашем городе. Расположение наших культовых сооружений, наш город, если мы посмотрим, это центральная мечеть, чуть выше Вознесенский собор, чуть выше один из символов нашего города гостиница «Казахстан», то есть телебашня, да, то есть Коктебе, они расположены на одной линии. То есть джамаат мечети может услышать звон колоколов, и, соответственно, прихожане церкви могут услышать азан. То есть это толерантность получается у нас в крови наших горожан, алматинцев. Мы, как центр, работаем в первую очередь на укрепление межконфессиональных связей между различными прихожанами. В первую очередь это наш клуб, да, лидеров религиозных объединений, который объединяет практически все конфессии. Центр занимается разъяснительными работами среди различных слоев населения, государственной политики в сфере религии. В первую очередь мы охватываем такие категории, как самозанятые, безработные, хандасы, работаем и среди осужденных. Наш город многонациональный, в первую очередь, поликонфессиональный, и, соответственно, наша задача обеспечить межконфессиональное согласие и безопасность нашего города, горожан и гостей нашего города.